Жители Анапы решили сами отремонтировать знаменитую лестницу 800 ступеней. Инициатором выступила местная жительница. Идею поддержали не только анапчане, но и жители других городов Краснодарского края. Фактически лестница является самостроем и никому не принадлежит. Никто ее не станет ремонтировать, и время просто разрушит ее. Но это одно из любимых мест для многих жителей Анапы. Его любят гости нашего города. Ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии. Почему же нам не объединиться и общими усилиями не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, подкрасить, убрать. Мне кажется, мы справимся, написала автор идеи.